Привет, я Костя Андреев, и это How to на Nespresso. Для начала выбираем квотер с саббоксом или же близко стоящий к стене. Длина стола должна быть от 20 см до полуметра. Смысл трюка в том, чтобы опереться передним колесом в угол, поймать баланс и сойти обратно в квотер. Начнем с основ. Упираемся в стену. Не нужно в нее врезаться, достаточно легкого касания. Упрямляем руки, подгибаем ноги при необходимости. Приносим весь вес на переднее колесо и отталкиваемся обратно на фейке. Теперь все это необходимо сделать в маленьком квотере или же в подкате со ступенькой. Обратите внимание, что нужно оттолкнуться, согнув руки, чтобы вкатить в радиус. Главное запомнить, что толчок должен идти обратно в квотер. Это поможет вам почувствовать, куда вас должно тянуть. Теперь попробуем сойти 180, то есть классический Nespresso. Смотрите, заходим медленно под углом и упираемся в стенку. Переднее колесо должно быть практически параллельно раме. Можете не торопиться сходить. Сейчас главное почувствовать баланс. Всегда можно выставить ногу. Когда вы нашли положение, из которого можно толкнуться, можете начинать пробовать. Вот этот момент. Он очень похож на фудже моментом схода. Ничего страшного, если вы не дотянули. Отталкивайтесь больше, подгибая руки, занося заднюю часть велосипеда. Обещаю, освоив этот трюк, для вас откроется целый мир интересных связок. Но это уже совершенно другая история. Пока!